Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся на канале DraftsD. И сегодня у нас будет трансляция с комментариями с чемпионата мира по блицу, который сейчас проходит в итальянском Бергамо. Начинается второй тур финала А. И на первом столике мы видим Алексея Чижова, играющего белыми, против Александра Шварцмана. Вот. Начинается только второй тур программы, поэтому основные события еще впереди. Вот. Когда пойдет партия, я выключу интершум. Сейчас пока вы видите, как участники между туром готовятся к партии. Шварцман объясняет, как выиграл в предыдущем туре у китайца, которого как раз таки Алексей Рудольфович и тренирует. Вот. В финал пробились в основном титулованные спортсмены, но есть и молодежь в виде Айнура Шейбакова. Вот. Состав финала достаточно крепкий. Александр Балякин, Александр Георгиев, Рул Бумстра. Вот. Очень много титулованных спортсменов. Итак, начинается тур. И мы видим интересное начало. Вот, стоит сказать, что вообще подобного рода партии, как правило, необходимо вспоминать все эти дебюты, которые были сыграны за долгие годы до того как. Но мы видим, что соперники активно меняют шашки. И я думаю, что очень скоро последует соглашение на ничью. Вот, учитывая, что дебют разыгран очень непритязательно, как с одной, так и с другой стороны. Вот. Борьбы, видимо, не получится. Все белые и черные спокойно развивают свои шашки. Я думаю, что партия закончится достаточно быстро. Ну, опытные бойцы понимают, что ломать копья во втором туре бесполезно. Вот. Дело в том, что впереди турнир, в финальном турнире играет 16 человек. Да. То есть турнир этот пройдет 2 дня, сегодня и завтра. Вот сегодня будут сыграны, по-моему, 6 туров, завтра 9. Вот, тем не менее, будет еще время поиграть, понять турнирную ситуацию, которая сложилась. Вот, для того, чтобы каким-то образом использовать силы в правильный момент. И, конечно же, и Шварцман, и Чижов это понимают. Я думаю, сейчас последует там 12-18, нападение, размен по 2, и, в общем-то, партия закончится в ничью. Нападение, да, вот. Размен по 2, позиция абсолютно упростилась. Видите, ни белые, ни черные преимуществом не обладают, последовало соглашение на ничью. Вот с достаточно большим запасом времени, да, то есть играет контроль. 5 минут плюс 3 секунды после окончания партии. Если внимательно посмотреть, мы видим, что у белых и у черных осталось более 5 минут. Итак, мы возвращаемся к началу третьего тура. И опять видим Александра Шварцмана, который на сей раз играет с Юрием Аникеевым. Вот. Видно, что Саша устал. Вот, и опять какие-то достаточно простые дебютные варианты, после которых позиция совершенно упростилась. Первый ряд шашек Александр уверенно разменял. Я выключу звук. Простые решения избирают и белые, и черные, стараясь вытянуть отсталые шашки. Конечно, я думаю, что все гроссмейстеры устали во время отборочного цикла. Напомню, что отбор в этот финал проводился в 4 турнирах по 14 участников в каждом. Там 13-14 участников в каждом. И в финал попадали 4 лучших. Вот. И, естественно, турнир был достаточно тяжелый. Начали играть его
в 10 утра, теперь 7 вечера по среднеевропейскому времени, практически без перерыва. Конечно, я думаю, что организаторы турнира немножко перестарались в плане того, чтобы как-то учесть интересы участников. Вот, потому что играть часть финального турнира сразу после отбора, фактически в тот же день, решение такое очень спорное и сомнительное. Вот. Как обычно, мы уже видим достаточно быструю ничью. Вот. И игра развивается только на втором столике. К сожалению, мы не можем подвинуть каким-то образом камеру для того, чтобы видеть, что там происходит. Но мы видим, что черные взялись за окружение. Вот кто играет, абсолютно непонятно. Вот белая достаточно спокойно выходит в центр. Видите, построены активные колонки. Да. То есть черных три шашки на этом борту, три шашки на том борту и какое-то непонятное пока построение в центре. С идеей там потихонечку подменивать центральные шашки. Вот, перспектива такого плана достаточно тяжелая. Может быть, когда-нибудь организаторы догадаются и подвинут камеру чуть поближе. Ну, ладно, давайте посмотрим то, что есть. Итак, смотрите, вот ближний к нам фланг черных приготовился к размену назад и фактически является в этой позиции сильным. Да, на нем расположено 9 шашек. Видите, но перспектива выхода этих шашек в центр каким-то образом непонятна, да? На другом фланге, видите, у черных 5 шашек, да, белые осуществили размен. А тут у белых все стоит хорошо на правом фланге, на левом они будут продавливать позицию черных, да, то есть выстраивать колонки для того, чтобы атаковать там. Да. Как мы видим, вот эти вот шашки, которые на борту и рядышком, очень сложно будет черным ввести в игру. Посмотрим, что черные будут иметь. Черными играет представитель, видимо, Итальянской Федерации, судя по майке, в которой он находится, Federation Italian Damas, FID. Я разглядел на его маечке. Вот. Видимо, этим объясняется достаточно вольное разыгрывание дебюта. Посмотрим, что же будет дальше. Пока белые задумались. Черные стоят на начальных позициях, и раскачать позицию черных достаточно тяжело будет, да? Вот. Перетягивают белые шашки для атаки на тот фланг. Тут на этом фланге у белых все хорошо, то есть, видите, стоят колонки, упоры, но количество шашек фланг не загроможден по причине того, что черных навстречу стоит больше гораздо, да. Мы видим 9 черных шашек против 8 белых. Белые все-таки будут стараться играть активным флангом. Проблема черных заключается в том, что надо какое-то построение избрать на этом фланге. А какое построение избрать, пока не очень понятно. Видите, шашка-защитник на поле 1 остается на месте. 2-7, видимо, сейчас последует 8-12, 7-11, может быть, каким-то образом попробовать эти шашки достать. Черные попытаются, может, и белым тоже надо куда-то ходить. Продолжает свой план, то есть я думаю, что шашка 49 сейчас плавно перейдет
на поле 38, эти 7, 11. Выстраивать колонку, стреляющую по центру. Скоро добавится рано или поздно шашка на 38, и вся позиция белых будет очень ударна и, соответственно, опасна. Вот определить, куда будет. О, хорошо, нам подняли камеру, и мы видим, что это уже участники другой группы, не финальной. Да. Не финальный. Справа наблюдает за партией Александр Гетманский. Вот. Видимо, не могут определиться организаторы, куда переустановить камеру. Вот мы видим Александра Шварцмана, Эдварда Бужинского, наблюдающего за партиями, видимо, второй группы. Ну вот, определили с установлением партии. Вот. Это, видимо, участники второй или третьей группы. Как-то на участников первой группы они не похожи. Вот мы видим украинского спортсмена Владислава Антоновича за следующей доской, играющего белыми. Здесь же у нас пока непонятно, кто с кем сражается. К сожалению, мне эти участники не знакомы. Александр Шварцман никак не может оторваться от этой партии. Вот мы видим вдалеке Юрия Никеева, Денис Шкатула. Участники прогуливаются. Все-таки целый день играть достаточно тяжелые испытания, тем более такой напряженный турнир. Я думаю, что основные баталии, которые мы увидим, состоятся завтра. И в основном турнире. Вот и в турнире девочек, которые играют параллельно. Вот. Здесь же мы видим, что видите, большое количество черных шашек зависло на левом фланге. Атаковать им особо некуда. Вот. Тем не менее, белым нужно выбрать план фиксации, потому что если они начнут меняться, возможно, какие-то идеи прорывов или еще что-нибудь пойдут. Вот. Юрий Никеев, видимо, болеет за земляка, смотрит позицию. Достаточно сложно оценить ее, потому что очень далеко расположены шашки. Вот. В данной партии белые приняли размен, да, логично побить на борт. Теперь смотрите, если белые просто шашку 45-ю, вот эту самую крайнюю, потянут вперед, то у черных будет достаточно активное построение. Перевести шашку 9 на 20, сделать 19-24, 24-30 и грозить, как говорится, на большинство продвинуть эти шашки вперед. Ну, я думаю, что в тот момент, когда черные уже перестроятся, белые просто начнут атаку по центру этой позиции. Все-таки активность у них достаточно большая. Вот. Это Артем Иванов появился, ведущий украинский гроссмейстер. Вот. Тоже болеет за земляка. Вот. Все во время партии поймете, да? То есть после окончания собственных партий такая шашечная традиция — немножко прогуляться по залу, посмотреть, как играют другие, переключить немножко внимание, да,
со стороны позиции всегда видней, поэтому иногда за своей партией не видишь те вещи, которые можешь увидеть за партией, например, соперника. Да, естественно, ты хочется же показать другим, что ты видел какие-то дополнительные возможности, которые могли встретиться в партии соперников. Вот опять Александр Гетманский и Эдвард Бужинский в виде болельщиков. Интересная картина вообще наблюдается, когда, в общем-то, за партиями не гроссмейстеров наблюдают гроссмейстеры. Но выражение лица обоих очень уставшее, потому что сегодняшний день, с учетом того, что вчера был чемпионат мира по рапиду, 15 минут на партию давалось, 15 минут плюс 10 секунд, да, то есть партия длилась примерно там для одного участника от 20 до 25 минут. То сегодняшний контроль 5 минут плюс 3 секунды на ход. Вот, то есть фактически это где-то 7-8 минут на партию каждому участнику дается. То есть партия где-то около 15 минут может длиться. Вот, если они будут использовать свое время полностью. Вот, это достаточно свободная атмосфера. Ну, белые так и не определились, в общем-то, в этой партии, куда они будут атаковать. Ну вот, наконец-то, вот, последовало вторжение, да. Предварительно укрепляли белый фланг, последовало вторжение, и тут же шашка попала под связку, да, видите, то есть рогатку построили черные. И надо сказать, что в этот момент я уже не стал бы считать, что у белых каким-то образом положение лучше, да, потому что у черных на этом фланге достаточно большое количество шашек, видите, возможности разменов, а вторгнувшаяся на 22 шашка, она, в общем-то, видите, попала под окружение, вот, то есть раз, два, три, четыре, такая небольшая рогатка связала достаточно большое количество шашек белых, видите, черные продолжают планомерно передвигать шашки сильного фланга ближе к дамочным полям, а проблема белых в связке. Да, то есть, что делать, пока не очень понятно за белых. Вот видите, перевели белые шашки поближе, да, теперь вопрос. Все-таки грозит удар 26-21, но большинство 28-22, то есть шашку 3 трогать нельзя. После того, как двинут шашку 9, последует 38-33 и возможности размена будут. Поэтому 13-19 выбирает. Последовал размен, и позиция упростилась. Но я бы хотел сказать, что теперь, все-таки видите, вот эти 4 шашки, которые держали связку, остались не у дел. Да, белые начинают активничать в центре. Вот. С каким-то образом последует размен, я так думаю. Надо думать. Знаете, черные перевели шашку 3 через 25, сейчас попробуют перейти в дамку. Вот. К чему это приведет, пока сложно сказать. Вот последовал еще один размен. Я думаю, что он на руку белым, по причине того, что шашка 23 теперь стала очень сильной. Вот, но, видимо, времени уже не хватает. Видите, соперники очень... И есть удар на большинство. Да, напали на две черные. Белые провели удар на большинство, заняли большую дорогу и победили. Ну, достаточно немножко сумбурная партия получилась. Вот. Мы видим, что и белые, и черные... Ну, план белых, мне кажется, с дебюта был попроще. Вот. Видимо, все-таки это два итальянца между собой играли. Учитывая, что чемпионат проходит в Италии, и они начинают обсуждать партию, видимо, на итальянском языке. Мы пока с вами этот обзор закончим и будем ждать следующего тура. Гунтис Валнерис, мы видим, проходит. Вот. То есть, видимо, сейчас будем. Роберт Миссенс приближается. Этой партии главный судья соревнований из Бельгии.